Чтобы дать оценку своей жизни, надо хоть однажды, но познать жизнь иную. Бытует мнение, что о культуре страны и народа надо рассуждать, посетив рынок. Посещая теплые страны, задумываешься о том, что наличие солнечного света и тепла несомненно влияет на характер человека. Именно поэтому южане улыбчивы, щедры и гостеприимны. На турецком рынке торговлей занимаются в основном мужчины, и уже только этот факт выдвигает их женщин на пьедестал почета. Улыбки, услужливость и повсеместное знание русского языка не вызывает сомнения, что тебе здесь очень рады. Несомненно, что характерные особенности национального стиля берут начало из глубины традиций. Thank you.
вы же можете спросить, при чем здесь декупаж? Путешествуя по самобытным улочкам рынка, я почерпнула огромное вдохновение, а также приобрела симпатичные салфеточки. А значит, продолжение следует.